кто такие гики? Ну смотрите, тут все просто. Вот вы сможете отличить кроконов от турианцев? Нет? А мы да. Ну в смысле крокон, он же прям вылитый гикон из Fallout'а. Или, например, вы сможете отличить гнолов от гнолов-мародеров? Нет? А мы да. Ну в смысле гнол, он же прям страшный, как гикон из Fallout'а. Или вот еще. Вы сможете отличить девушку от трансвестита в Таиланде? Да? А мы нет. На этот раз мы усердно готовились. Егор, а ну-ка огласи лозунг, под которым проходила подготовка к игре. Пока ты спишь, враг репетирует. Да верно. Бессонные ночи не прошли даром, и теперь за нашу команду играет искусственный интеллект. Джессика, ты нас слышишь? Да. Джессика, скажи, у нас есть шансы пройти в финал? Да, но вероятность крайне мала. Отлично, кто готов бороться за этот финал? О, какой амбициозный коллектив, давайте. Давайте скорее начинать. Прикрытие от прихищения средств государственного бюджета.
Что складывается мнение, что она была всегда. Убедительно. Продолжим. Почему бюджет превысили? Так это взятки. Знаете, разрешение на строительство, пожарная инспекция, санэпидемслужба. Полгалактики уничтожили, коррупцию победить не можем. Ну мы хотя бы пытались, будем так вообще. Так, стоп, Джессика, ты что за дела? Ты что, пьяная? Пацаны, не обессудьте. Да что за халатка настроена? Да ну, путевка в финал! А ты себе вещи такие позволяешь. Ну уж давай решай, помогаешь ты нам или топишь наше выступление? Я девушка. Я не хочу ничего решать. Я хочу новое программное обеспечение. Вот так, да? Ну иди в лес. Маршрут проложен. Дорогие друзья, как вы уже могли догадаться, наше выступление подходит к концу. И закончить мы уходили на хорошей ноте. Все же любят праздники, знаете, особенно профессиональные, там, День строителя. А вот у нас у гиков буквально неделю назад был такой выход GTA 5. Давайте посмотрим, как мы его праздновали. Пацаны, я вообще всю ночь не спал. Я шампанское купил. Да я, походу, перенервничал. Саша, извини, пожалуйста. Все, давайте, сейчас будет обращение президента гиков. Надо смотреть. Дорогие гики. Уважаемые друзья. С минуты на минуту прозвучат фанфары компании «Rockstar». И мы поздравим друг друга с выходом новой GTA 5. По традиции, в эту самую минуту мы прощаемся с GTA 4. Это была не самая легкая GTA. Многие из вас застревали в текстурах. Но вместе мы сможем преодолеть любые препятствия и добиться ачивок. Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно меньше миссий с вертолетиками. Поздравляю вас с новой GTA 5. Если вдруг мы не пройдем финал, мы придем домой, сядем за компьютер и сожжем вашу ферму, набьем вам баланду в тюряге, не будем кормить ваших рыбок. А ты что сидишь? А, не играешь? Ой, да кому ты рассказываешь? Супер Ксюша 84. Ну, в общем, учтите, мы будем мстить. Ну, как умеем.